Всем привет! С вами Китай Маркет. С вами сегодня Татьяна. И посылка у меня. Значит, здесь пришли две коробочки. Это крем для груди, для увеличения груди. Это заказывала моя знакомая. Не знаю, что и как и почему. Просто вам хотя бы покажу. Значит, крема пришли в таких упаковочках. Так вот все выглядит. Значит, здесь нету никакой блестяшки. О, очень приятно пахнет, кстати, как будто как это прям для рук. Ну, как бы все хорошо. Не знаю, помогает или нет. Если будут у вас вопросы, пишите, я вам отвечу, когда спрошу мою подругу, когда она будет ими пользоваться. Тюбик имеет, значит, здесь написано 100 грамм. Он так и выглядит, что он 100 грамм. Здесь все написано на английском, конечно же, или на китайском. Единственное, что для меня это понятно, вот 100 грамм. Контент. Значит, здесь есть срок годности 2016 год 0408. Значит, он годен до 2019 0407. Ну вот и все. Всем спасибо на сегодня. До новых встреч. Пока-пока.